Дорогие коллеги, я бы хотел попросить вас прощения. Прощения, когда, возможно, я был неправ, эмоциональный какой-то знак. Но всегда я придерживался таким принципом. Оркестр играет, когда дирижер руководит. Я думаю, этот оркестр продолжит играть. Наша цель – нормотворческую деятельность. И в этом гармоническом игре я вам желаю, чтобы была у вас гармония и понимание друг друга. Берегите себя, берегите своих близких. Новых вам успехов. Спасибо.